еду я в Midtown. Магазин Mike's Bikes. Здесь я завернул на дорогу для велосипедиста, чтобы не ехать через мост для машины. Это специально положенное в парке. Идет почти по всему городу. Кстати, река. Автомобильный мост, прямо тоже дорога, мы ее объезжаем. Сюда ехать хорошо, потому что здесь постоянно деревья. Табличка No Alcohol. То есть не зря алкоголь использовать здесь.
я ни разу не купался. Идет двухъярусный. Алман зовут. Blue Diamond Alman. Этот поезд идет на восточную часть. Центральную восточную часть. Через горы. Здесь уже начинается металл. Таун мне нужно на 18-ю улицу. Thank you.
пересекает. Там магазин вот этот Mike Bikes, я буду брать запчасти. Здесь еще неудобно то, что здесь светофоров нет. Только полосы, где стоп написано, и каждый с каждой стороны должен останавливаться и смотреть, если не едет машина. Так как это полностью как сетка район построенный, без всяких закрючек улиц. То есть как строили, так ровно по плану, так и построили. Планировали такие построить. Если смотришь на улицу, она длится аж до центра. Короче, как видишь, сколько можно видеть. Это на улице Ай пересекается. Центра конкретно, наверное, куда-то на отдых еду, сегодня пятница. С работы сейчас и куда-то еду, нужно на пляж смотреть. Такое здание вот кирпичное.
я сделал, что нужно, сейчас еду обратно. Я думаю, в такую жару все стараются уехать с города, потому что вчера знакомые ездили в Сан-Франциско, и было холодно на пляж. Люди в куртках стояли пару дней назад, а здесь было жара 40 градусов. Улица. Перекресток Джейн.
стоят таблички, не парковаться с 8 утра до 12 ночи, чтобы трафик не создавать. Здесь вообще не паркуются. Может, разрешается для тех, кто живет здесь, для жильцов. Потому что здесь гаражей у них не вижу. Значит, камера стоит MicWikes 7 с чем-то баксов. Да. И покрышка стоит 29, она дешевая. И за 40 с чем-то еще.
coming in. All right, hold on, hold on. Плавают на уточек. Здесь 6 уточек плавают прямо возле людей. 2-3 метра от них не боятся. И 2 собаки залезли в воду. Есть чайки, утки. Короче, есть птицы, которые вообще не трогает никто. Я думаю, их нельзя уже на основную трассу. Чем-то мили. Это за минут 10-15 максимум добираюсь до центра.